Ну, счет, наверное, закономерен, хотя мы забили за 2 минуты до конца со стандарта. Но по моментам, я думаю, что игра была равная. Вот, а комментарий по игре. Первый тайм хороший, считаю, был. Играли агрессивно, то, что обороны касается. Старались играть на опережение. Ну и моменты были. В общем, первый тайм неплохой, физически держали хорошо. То есть была агрессия, что очень важно. Ставили соперника в неудобную ситуацию, что спокойно не могли получить мяч, они не могли развернуться во многих моментах. Вот, второй тайм чуть-чуть подсели. И, ну, это, конечно, вот эти потери мяча в середине поля, они, ну, рушат игру, и ты начинаешь, особенно второй тайм, тратить много сил, возвращаясь назад. Вот, поэтому над этим надо работать, надо чуть понадежнее играть. Вот, второй тайм был более ровный, моментов меньше было и у наших ворот, и у ихних ворот. Вот. Но для ребят важно сейчас не проигрывать. Вот. Важно не проигрывать. Вторую игру мы проигрываем, потом сравниваем счет. В прошлой игре в десятером. Но так продолжаться тоже долго не может, потому что все время отыгрываться это очень сложно. Тем более ребята молодые. Поэтому очень важен первый гол, конечно, о чем мы говорили. Надо стараться первым забивать, потому что моменты были. И там уже тогда игра будет меняться в нашу сторону. Вот как там мы этим будем распоряжаться, посмотрим дальше. Но первыми пропускать уже хватит. Хотя следующая игра с лидером, который не потерял ни одного очка. Но будем готовиться. В принципе, я удовлетворен тем, что сравняли счет, тем, что и вот отдача, и желание у ребят. И пусть там были ошибки. В целом неплохо. Погодные условия, прошел дождь, конечно, поле было не лучшего качества. То, что, может быть, сказалось на качестве игры, может быть, какие-то потери были из-за этого. А так, в целом, нормально. Поле, оно, может быть, было чуть худшего качества, если бы дождя не было, но все равно приличное поле. Я думаю, что на это смотреть не надо.